И, как стало известно, вечером в День города перед чебоксарцами выступит группа «Иванушки Интернешнл». Также к празднику по традиции в Чебоксарах откроют ряд объектов. Один из них – детская академия искусств по улице Эльгера. В других учреждениях дополнительным образованием и спортом сейчас завершается ремонт к новому учебному году. Наиболее масштабные работы проводились в Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 имени Хадяшевых. Здесь полностью обновлены учебные классы, отремонтирован фасад здания, закуплены новые мебели, музыкальные инструменты. Ведутся работы по обустройству парковочных мест и подъездных путей. Более пожаробезопасным станет ДК имени Хузангая. К 20 августа завершится ремонт в ДК «Салют». Что касается спортивных объектов, там есть вопросы. Так, беговая дорожка на стадионе 27-й школы должна была быть готовы еще к концу июня. К этому же времени должны были завершить установку светильников у спортивной школы «Спартак». На сегодня это у нас один, ну, более проблемный вопрос. Работы по световому оформлению должна была выполнять ООО «Монополия». Цена контракта 2,5 миллиона рублей. Сроки выполнения 24 июня 2018 года. Все предварительные работы подрядчик выполнил. То есть провел сети, все. И проблема стала с покупкой светильников, которые должны были быть специального качества. Почему не включен в список недобросовестных поставщиков? Это ваше бездействие или халатность? Необходимо тщательнее подходить к составлению контрактов, чтобы в случае срывов сроков сразу начинать претензионную работу, обратился глава города к начальникам управления. Почему до